Сахатранснефтегаз предупреждает о необходимости срочно провести техническую диагностику газового оборудования в жилых домах. По оценкам экспертов, 70-75% домового газового оборудования в Якутске изношено. Сегодня более 450 жилых зданий нуждаются в технической диагностике, а может быть и полной реконструкции внутридомового хозяйства, которое отслужило нормативный срок. Техническое диагностирование газового оборудования в домах и квартирах продлевает срок эксплуатации еще на 5 лет. Техническая диагностика проводится не газовой компанией, а проводится заказчиками является технического диагностирования управляющей компании, ТСЖ. Ну и, а если непосредственно самоуправление находится дом, то собственниками помещений должна производиться диагностика после 30 лет. И по заключением этой диагностики уже должно быть решение, возможно ли дальше использовать эти газопроводы для подачи газа, для поставки газа.